Первый левел. И что это такое, блядь, я не понимаю. Почему постоянно слышу какой-то топот, блядь? А что мне надо делать-то? Задание типа выполнять или что? Или зайди. Не, почему я постоянно слышу топот? Это баг? Что за хуйня? Я в ахуе, блядь. Ну и говно. То есть надо просто ходить, выполнять задания, как в обычном Амогусе. И все. Бля. Ты сука. Жалко деда меньше, чем три. Женщина, 3000 рублей, нихуя себе. А вот за это спасибо большое. Да ладно, чё, я все равно деньги с казиноча просрал, не свои даже. Бля, а чё такое? А чё такое? А чё такое-то? А чё такое? И чё делать? Саботаж. Так а чё, куда бежать-то, блядь, не показывает даже. Поэтому вообще похеру. Ноль два, аларм. И. Бля. Блять. Я не помню просто, чё куда вообще. Нормально. Так, скачиваем. Жалко тебя. Спасибо, ребят. Кто здесь? Он где-то здесь, что ли, бегает? Вот знаете, если бы Амогус был реально таким, в мультиплеере я имею в виду, это было бы охуенно. Почему до сих пор этого не сделали, я не понимаю. Выпустили какой-то странный инди-хоррор, когда могли реально сделать полноценный Амогус в таком формате, еще как хоррор. Вообще же офигенно выглядит. Ну, в плане, выглядело бы, если бы, было бы мультиплеерной. По итогу что-то как-то, ну... Ты заебёшь, чел. Бы-бы-бы. Куда-то я не туда. Бы-бы, короче. Он все 100к въебал? Нет, я въебал где-то 50 тысяч. Но опять же, это не мои деньги. Это деньги, которые я так в казино выиграл. Просто, можно сказать, вернул их казино немного.
А где, 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 где? А Dragon Money будет? Рубль будет! А где как задание-то? Как по нитке задание выполнять? Слушай, ну чё-то не страшно. Чё-то не страшно как-то. Так, еще одно задание выполнил. Карта есть, говорят. Ну да, я что-то и не вижу. А! Тьфу, блядь. И реально есть. Их потом несколько будет. Короче, я надеюсь, разработчик рано или поздно сделает эту игру в онлайн режиме. Вот это будет балдеж. Как ты затрахал уже? Закинь ему $1, он сделает. Не, ребят, я все деньги просрал в казиноч. Так бы с удовольствием. А так денег больше нет. Короче, идея для разработчиков. Если меня вдруг смотрят программисты-разработчики, вот, пожалуйста. Сделайте так же. Он что тут? Ок, завтра, давай, давай. Ну это же идея на $1 000 000, алё, блядь, я не знаю, что вы еще не сделали ничего. Да бля, чел, ты... Давайте, короче, тут задание выполним. Вообще тут можно... А, нет, нельзя. Так. F. Все, последнее задание осталось. А, свет отключили. Ой, бля. Ой, бля. Страшно ли говно? Страшное говно. А как свет-то починить? А, все, я вспомнил. Ну и последнее, что нам осталось. Просто говно. Не, ну я думаю, эта игра может быть веселой, классной. Вот, если бы здесь было как-то посложнее, а то как-то ну, совсем изи, блядь. Ну то есть как-то, ну реально. То есть я даже не напрягаюсь, я просто бегаю и все. Next level, и все, и следующий уровень начинается. Теперь, как я понимаю, их двое. Будет. Подожди, куда я иду? Поиграем в норм хоррор One Chernobyl. Еще, блядь? Чего? Какой Чернобыль? Да уже не сегодня, может быть потом. Ну завтра, завтра, например. Завтра, завтра. А чё, где все? Давай реально страшилку, чтобы какаться.
Слушай, меня тут и так накакали, блядь. Ты хочешь еще, чтобы кто-то насрал? Не. Не, если я еще насру, то вообще пиздец будет. Я так понимаю, плохому парню нравится, когда кто-то какает. Так, я где? А! Какая-то же здесь. Хм. О, бля, кто тут орёт? А где все монстры? Это Жужо пишет, Сережка. Ага. Да-да-да, попизди. Нет, стиле... Хотя хуй знает, может быть и правда он. Да мне вообще похуй. Я уже почти Амогус прошел. Последнее задание осталось, меня еще никто не убил. Че за пиздец, вообще никого нет. Да ладно. И все? Второй уровень и ноль, просто ноль. Да вы что, издеваетесь, что ли? Бля. Опять баг. Мне кажется... Надо бояться вообще-то, а вы танцуете. Алё, бля. Алё, бля. А, это они так трясутся? А-а-а. Это вот так от страха, да, делать такие движения? Я вас понял. Чё, блядь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо срочно, срочно выполнить задание. Что, блядь? Бу! Дару. Дару, да. Страшно, сука. Да задолбали эти провода. Все, это последняя миссия, которую я тут выполняю. И я ливаю, ну нахуй. Сука, свет отрубили, козлы, блядь. Вот теперь немного стрёмно, блядь. О! В смысле, я обойти хотел? А-а-а. Я думал, можно обойти. А сколько тут уровней вообще? Ясно, блядь. Не, ну, забавная игра на самом деле. Что-то в ней есть такое, знаете, но чего-то ей не хватает в том числе. Вот. Сложность. А вот именно там нельзя выбрать сложность. Это только если проходить до какого-то уровня, когда будет совсем жопа. Вот. Ну, в целом прикольно.